Всем привет! И вы на канале Элинка ТВ. И сегодня, ребята, я вам хочу рассказать, что я поеду в лагерь на зимние каникулы со своей лучшей подругой Соней. Мы поедем туда на 9 дней, с субботы по воскресенье, ну, на неделю. И мы о чем ты мечтаешь? Какие там комнаты? Вообще, мы вчера смотрели фоточки, какие там комнаты были. Могут быть на 2 человека, да? Да, но это навряд ли, мне кажется. Мы едем в Зубрёнок, получается, на 9 дней с Соней. Там будет королевская ночь, мы не будем спать. Потом мы будем в дискотеке обмазываться пастой. Ну, по лицу. Вот это ночью. Самое, наверное, интересное. Да, потом мы будем... Прикинь, пацаны к вам залезут ночью такие, пастой вас намажут. Да, потом мы будем еще... Я, может, вам буду влоги записывать. Сейчас мы идем на горку. Да, влоги будет записывать, так да. Что подписывайтесь обязательно на канал. Ага. Буду записывать влоги. Ну, мы поедем через 2 месяца, конечно, но я уже очень хочу. Да. Ну, если понравится, тогда еще и летом погонишь туда, да? Да, я с Соней летом собираюсь ехать в лагерь тоже. Прикольно. Вот. О, идем сейчас вон на ту горку, смотрите, там уже дети катаются. Сейчас вам приближу, покажу. Вон на ту горку будем с тюбингом сейчас кататься. Давайте! Поделим, как мы будем кататься. Ну, давай подснимем. Вы будете кататься немножко, а я вас подсниму, а потом буду вас раскручивать и отправлять вниз. Фу-ру, так, да? Да. Ну, ты, короче, в предвкушении лагеря, да? Да. Очень хочется. Угу. Идем на горку. Ну, и, конечно, хочется, чтобы погода была хорошая там, да? Чтобы, допустим, можно было на улице сходить погулять. Там еще есть озеро рядом, но мы в него не будем соплотиться. Ну, купаться не будете, но около озера там можно будет гулять. Ага. Давай, вот такой тюбинг у нас. Скоро надо уже большой тюбинг покупать. Вдвоем не влазите. За мои! А я за твоими. Ложитесь! Аккуратно. Миллиметраж около тебя, я тюбинг вот так, пролетел. Вот так ехала просто, вот так. Алиса, я вот так на ногах ехала быстро. Ну что, будем вместе кататься. Да. Ладно, все, всем пока. Влог такой записали. Да. Смотрите, ждите влоги с лагеря. И всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Элинка ТВ. И всем пока!